назван способ предотвратить облысение. Ученые создали экспериментальный препарат, который останавливает обесцвечивание волос, воспаление кожи головы и выпадение волос. В университете Джона Хопкинса в США выделили синтетическое соединение DPDMP, способствующее значительно уменьшить потери волос с возрастом. Препарат тормозит выработку жиров гликосфинголипидов, GSL, влияющих на активацию воспалительных процессов. Такая информация появилась на OrCalert. Накануне ученые нашли новую причину старения. Пока препарат тестировали только на специально выведенных мышах. У подопытной группы грызунов, которая принимала различные дозы DPDMP, значительно улучшается состояние кожи и шерсти. Также в клетках уменьшалось содержание гликосфинголипида лактозилцерамида, который провоцирует воспаление. Ученые довольны результатом испытаний на мышах и хотят приступить к исследованиям на человеке. Ранее ученые связали многодетность с ускоренным старением. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.